Дмитрий Приходько в спорт пришел около 20 лет назад. Вспоминает, тогда это было одно из увлечений – плавание, танцы и баскетбол. Только последний, в отличие от прочего, не бросил. Увлекло. За плечами сотни турниров, сейчас он играет в стритбол от баскетбольного клуба «Самара». Стритбол – такая игра, то, что может выиграть любой, по сути. Много раз доказывал это. Вот. То, что приезжает команда, вроде бы ничего такого, они просто за счет желания выигрывают других. Поэтому на каждое соревнование надо выходить с максимальным настроем. В стритболе вообще нельзя расслабляться. Наряду с опытными спортсменами – парни, которые только начинают свой путь в мир большого спорта. В Самару, чтобы поучаствовать во всероссийском турнире «Оранжевый мяч», приехали 64 участника со всей области. Их разделили на 4 группы. Каждая подходит на паркет к определенному времени, чтобы не допускать большого скопления людей на площадке. Времена диктуют свои правила, и помимо мяча и сетки на полях – санитайзеры. Несмотря на все пандемические дела, которые на нас нахлынули, мы эти тучи разгребаем не только баскетбольными большими руками, но еще разбрасываем их мячами. Этот турнир – глоток воздуха. С апреля, с марта месяца мы не брали в руки баскетбольный мяч, и вот только август месяц дал нам такую возможность вновь встретиться на новых баскетбольных площадках. Турнир традиционно проводят в день физкультурника. Одна из задач нацпроекта «Демография» – привлечение жителей к регулярным занятиям спортом. Кроме того, это отличная стартовая возможность для начинающих баскетболистов, поскольку на площадку нередко приходят тренеры присматривать себе игроков. Для этого они здесь и участвуют, чтобы как-то проявить себя, не только сыграть для себя, там кого-то победить, но и также проявить, может быть, чтобы заметил какой-то тренер, какой-то специалист, чтобы было приглашение в профессиональную команду. Это всегда такая практика, может, даже и не ожидает этот игрок, но своим талантом, своим рвением он может доказать, что он может играть на другом уровне. Победители турнира получили кубки и медали. Мария Левина, Василий Колдашов, «События».